В Дагестане продолжаются траурные дни. Несмотря на дождливую погоду, люди приходят к монументам, чтобы почтить память тех, кто, отважно отдав свою жизнь, боролся с боевиками 23 июня в двойном теракте в Махачкале и Дербенте. В Каспийске 26 июня представители Управления культуры, образования, школ, детских садов, депутатского корпуса, духовенства и многие другие возложили цветы к памятнику сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Каспичане отметили мужество их храбрость сотрудников полиции и Росгвардии, а также выразили соболезнования семьям погибших правоохранителей, гражданских и семье отца Николая, зверски убитого террористами. Отметим, что указом президента страны Владимира Путина орденом мужества награждены погибшие посмертно, получившие ранения, а также протоиерей Котельников. Еще 10 сотрудников правоохранительных органов отмечены медалью за храбрость второй степени. Посмертно медаль за отвагу присвоена охраннику Свято-Успенского кафедрального собора города Махачкалы Михаилу Вавилину.